читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры со 2 по 20 марта открыта книжно-иллюстративная выставка «Очарование оперетты». Слово «оперетта» встречается еще в далекие времена, хотя обозначало оно не вполне то, что мы понимаем под ним сегодня. Пройдя длинный путь от клоунады комедий масок, зингшпилей и комических опер, оперетта стала такой, какой мы привыкли ее видеть. Органическое единство слова и музыки, пения и танца составляет особенность этого жанра. Они легкие, изящные, остроумные, пронизаны весельем и жизнерадостностью. Вальсы, галопы, чардаши, сменяя друг друга, уносят зрителей в радостную праздничную атмосферу театрального действия. На нашей выставке этот жанр представлен классической французской и неовенской оперетами. Арии и дуэты из оперетты Лекока и Оффенбаха, произведения Штрауса, Целлера, Кальмана. На русской сцене театр оперетты получил расцвет в советский период. Среди лучших композиторов, обратившихся к этому жанру, можно назвать Дунаевского, Юрия Милютина. Коллекция грампластинок «Праздничный вечер оперетты» порадует слушателей записями исполнений солистами московских театров как редких, так и всемирно известных и любимых музыкальных номеров. Дополняют экспозицию журнальные статьи и монографии об оперетте, о творчестве великих композиторов, работавших в этом жанре, о талантливых актерах, которые внесли огромный вклад в развитие этого веселого, зажигательного искусства.